представить команду, которая заняла второе место. Действительно, эта команда заслуживает очень ласковые, очень самые хорошие слова. Почему? Потому что они сегодня близки были очень, так скажем, победе. Они еще раз доказали, что это сильная команда, что они могут выступать на сцене. И огромная им благодарность. И мы вручаем за второе место команде «Янглич». Значит, почетную грамоту. Вот эти прекрасные часы. Вот эту прекрасную... Прекрасный поднос и денежные поощрения. Ну, наверное, все уже, как говорится, настроены. Набрав ровно 21 балл, первое место его команды «Лимпопол». Им вручаем, значит, поднос с деньгами, так скажем, и большую вот эту коробку. Не будем говорить, что там внутри, но очень ценный, хороший подарок. И почетную грамоту. Дорогие друзья, в конце мне хочется огромную благодарность выразить тем молодым людям, которые стоят вот здесь. Они действительно сегодня показали очень хорошую, интересную игру. Особенно мне хочется выразить слова благодарности членам Совета сельской молодежи нашего района. Это Марине, села Янглич. Пожалуйста, на сцену, Марина. Это Люба Такнуши. Пожалуйста, на сцену, Люба. Спасибо. Готовьте, что вы команду подготовить, благодаря, скажем, своим подружкам. Так, капитан команды «Малый Биг Шей». Пожалуйста, сцену, молодец. Ну и Виталий Николаевич и Радик Бурманчев. Спасибо, спасибо. Действительно, было очень интересно вас смотреть, приятно. Спасибо. Ну, теперь слово я представляю ведущему. Почему? Спасибо огромное, Алексей. Ты так много сказал про меня всего хорошего. Я человек очень скромный. Меня зовут Сергей, из меня фамилия Комаров. Я работаю в городе. Это Ше, по западу, два молодежи. Друзья, приглашайте на все ваши праздники. Если вы хотите веселья, если вы хотите шоу, у вас оно будет. Это стоит недорого, друзья. Это легко. Ну что ж, дорогие мои, сегодня, по-моему, день у нас получился. Сегодня у нас было весело. Сегодня было здорово. Давайте порукоплещем нашим... Давайте еще раз порукоплещем. Яндыш команды, не деман бурдак, пыльзы талды махкалатки вет. Пиди матур хензен бульчтуандызен. Ну что, мы выдаваем тебе рукоплещи. Вот они стоят перед вами. Все перед вами стоят. Вот они. Они заслуживают этих аплодисментов. Они и заслуживают. Ну что ж, друзья. Я вам еще говорю, на этом наш вечер не заканчивается. У нас с вами будет еще и дискотека. Здесь, именно здесь, Донской проспект приглашает вас на нашу замечательную вечеринку с участием диджея из города Москвы. У вас сегодня все получится.